Металлург закончилась сезон в серии четвертьфинала Восточной конференции. Команда провела 6 матчей, из них всего 2 победных. Главным и единственным соперником в плей-офф стал Салават Юлаев. Напомню, начинали сталевары дома. В первой встрече для выяснения отношений игрокам понадобилось около 100 минут. Все решилось во втором овертайме. Тогда Металлург выиграл со счетом 2-1. Вторую победу магнитогорские хоккеисты добыли на выезде. Заключительный же 6-й матч состоялся 7 марта на Уфимском льду. И не в пользу «Магнитки» счет 2-3. Таким образом, «Металлург» завершил борьбу за Кубок Гагарина.